большие талантливые мастера. Много прекрасных сказок написал Евгений Иванович Чарушин. Вот это, ребята, картинка стиха Маршака. Корабль. Плывет, плывет кораблик, кораблик золотой. Везет, везет подарки, подарки нам. Тут видите, капитан, утка. Конечно, она командует вот так. Ну, а команда, матросики, это мышата, а не птица. Ну, птичка летит, тоже, наверное, песенку поет. И, наверное, вот так.